В Южной Корее может разразиться настоящая эпидемия коронавируса. На данный момент инфицированных смертельно опасной инфекцией уже 87 человек. Еще 6 скончалось из-за осложнений. По сообщению Минздрава Республики Кореи, все инфицированные заразились коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома после посещения медучреждений Сеула. Вирус распространяется воздушно-капельным путем и сопровождается лихорадкой, пневмонией и кашлем. За минувшие сутки количество заболеваний выросло на 23 человека и достигло в общей сложности 87. Также подтвержден первый в стране случай заражения школьника. До этого считалось, что дети невосприимчивы к этой болезни. Сейчас по всей стране закрыты учебные заведения и детсады. Из-за распространения коронавируса более 20 тысяч туристов отменили свои поездки в эту страну. Южная Корея стала второй страной по количеству инфицированных. На первом месте находится Саудовская Аравия, где с 2012 года было зафиксировано более 1000 случаев заражения этим недугом. В настоящее время скончались 6 человек. Зафиксированы 23 новых случая заболевания. Мы следим за всеми инфицированными людьми с помощью специальных средств. Знаем все об их местоположении и перемещениях.